В Архангельске пройдет необычный мини-футбольный турнир. На поле выйдут представители православной церкви. Архангельская и Холмогорская епархия с благословения митрополита Даниила организовывает матч с целью пропаганды здорового образа жизни. Стадион «Труд» собирает батюшек-футболистов со всех уголков области. Согласитесь, такое нельзя пропустить. Приходите в воскресенье 28 сентября в 13:00. 10 команд у нас будет участвовать. Турнир будет проходить на 4 полях. Так что я приглашаю всех жителей Архангельска посмотрите этот уникальный матч.